Одним из приоритетных направлений в деятельности прокуратуры Армавира является надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции. В 2021 году во время проверки сотрудники прокуратуры выяснили, что заведующая одним из детских садов города фиктивно приняла на работу свою родственницу. По данным фактам, материалы проверки направлены в следственный орган, по результатам которого в отношении бывшего руководителя учреждения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Руководитель дошкольного учреждения получила за свою родственницу заработную плату в размере почти 900 тысяч рублей. Но это не единичный случай. Также в 2021 году прокуратурой города были выявлены факты осуществления гражданином трудовой деятельности в период с февраля по ноябрь 2018 года одновременно в 4 образовательных учреждениях. Согласно справок о доходах, размер денежных средств, полученных в ходе осуществления трудовой деятельности, составил 735 тысяч рублей. По данным фактам, материалы проверки направлены в следственный орган, по результатам рассмотрения которых также возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Также в прошлом году более 60 должностных лиц были наказаны за неисполнение обязанности по предоставлению сведений о доходах и имуществе. В 2021 году сотрудниками ведомства в суд было направлено 4 заявления о взыскании ущерба, причиненного коррупционерами, на общую сумму в 12 миллионов рублей. Кроме того, прокурором города в 2021 году возбуждено 6 дел об административных правонарушениях в отношении должностных и юридических лиц по статье 19.29 Кодекса об административных правонарушениях, а также одно дело об административном правонарушении по статье 19.28 КОАП РФ. В настоящее время виновные лица привлечены к административной ответственности, подвергнуты административному наказанию в виде штрафов в размере 20 и 50 тысяч рублей. Прокуратура Армавира продолжает работу по устранению нарушений коррупционного законодательства. Марина Локтева, Евгений Холманских, служба информации телеканала 360 «Армавир».